Анонс и точная дата выхода 75-й серии турецкого сериала «Однажды в Чекурово». 75-я серия сериала выйдет в эфир 3 декабря. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как очень тяжело наблюдать за тем, что происходит в доме. Но изменить ничего не получается. Зулейха готова все стерпеть, и при этом она не хочет никому жаловаться. И тем более рассказывать про свои жизненные трудности. Она надеется на то, что рано или поздно все пройдет и жизнь наладится. И тогда больше не будет той боли, которая длилась до бесконечности. Ведь она женщина и должна все терпеть. Но никогда нельзя выносить ссор из избы. Зулейхе пришлось принять сложное решение о продолжении того дела, которым занималась ее покойная свекровь. Она сделала окончательный выбор и не собирается его менять. Зулейха продолжит тот путь, который начала Хинкар, и она также будет работать ради других людей. Они все вместе смогут расширить это дело, и народ очень рад тому, что теперь с ними будет Зулейха. Она прервет свою связь с Йылмазом и постарается оставить свою любовь позади. Он для нее должен стать бывшим возлюбленным. Она для него останется лишь матерью его сына. Зулейха понимает, что так будет лучше для всех. Йылмаз видит, как сильно изменилась Зулейха, и чувствует в ее глазах холод, отчего ему становится очень больно. Напомним, 75-я серия сериала выйдет в эфир 3 декабря. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.